Здравствуйте. Мы с вами находимся в квартире-студии площадью 32,3 квадратного метра. Проходим в уютную прихожую площадью 5,4 квадратного метра. Обустройте свое уникальное пространство с множеством мест для хранения вещей. Такая прихожая точно сможет встретить много гостей. Рядом с прихожей находится функциональный санузел площадью 3,4 квадратного метра. Здесь сможет расположиться нужная сантехника и удобные решения для хранения вещей. Далее проходим в основную комнату площадью 20,1 квадратного метра. Правильное зонирование позволит выигрышно соединить три интерьера в одном помещении. Вы сможете не только разместить нужную бытовую технику и гарнитур, но и обеденную зону. А ваша зона отдыха днем будет радушной гостиной, а ночью – уютной спальней. Из основной комнаты есть выход на просторную лоджию площадью 6,6 квадратного метра. Окружите себя растениями и создайте свой домашний офис. Югстрой Империал. Жилье со знаком качества.